Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет битва гильдии на китайке на английском сервере. Решил я их немножко объединять. На китайке так потрешуем, посмотрим, что тут у нас за топы. Вливаются, в принципе, неплохо. А на английском попробуем состав с 20-ми прорывами. То есть тех героев, которых я прокачал, попробуем. Лоб просто пройти и посмотрим, что же будет. Так, окей. Поехали, смотрим, что тут у нас по топам сегодня. 500. Так, 520. И атака фортов скоро уже. 530. Так, окей, значит, бьем 500-ки все. Супер. Хорошая раста. Джолу Джолу. Хорошая битва гильдии на Китае, как обычно. Так, окей, следующий. Такой же. Просто красавчики. Вот это битва гильдии. Зашел, потратил 2 минуты и все. Так, есть. И двоих 500-ок тут. Интересно, на атаку фортов тоже никто не пойдет. Так, отлично. Ну и последний. Итого за 2,5 минуты, что у нас получилось? Ну, почти 6400. Так, хорошо. С этой разобрались, поехали на английский сервер. Тут, думаю, будет повеселей. Так, смотрим, что тут у нас есть. Открываем. Так, ремка есть включена, Анубис, в принципе, включен. С атаки фортов я ничего не поменял. Так, лаванику такую оставим. Базуликс. Командору я, наверное, все-таки уберу, поставлю вместо нее Фрейю для теста. Все. Вот такой вот у нас будет составчик. Тут мы тоже поставим красного бравлера. Окей, поехали. Шанс слива, как обычно, минимальный. Зато будем знать, тащит ли на битву гильдии 20-е прорывы или нет. Так, первый 540. Интересная раста у него. Смотрим. Ну, что-то как-то неинтересно. Ну, хоть убей меня, ну. Хоть кого-то убей. Не. К сожалению. А, нет, Седну убил. Красавчик. Ну, как видите, Лазуликс в такой расте забегает в центр. В чем? Минус этой расты у него просто Лазуликс набивает по центру все, и в таком случае против Лазуликса такая раста не катит вообще. Так, первый есть, поехали посмотрим, что там еще есть у нас интересного. 520 520 500 527. Значит, бьем тут одного. Так, ну тут, я думаю, уже поинтересней будет, я надеюсь. Или нет? Нет, все-таки интереснее не получится, наверное. То же самое. Ну, как видите, 20-е прорывы все-таки
решает раньше, хотя, наверное, с пятым я бы так не тащил здесь. Конечно, все зависит еще от прокачек на аккаунте. Жесть. О, ничего себе, это заявка, заявка на победу была. Так, окей, отлично. Хорошо, кто у нас тут еще? И два топа здесь получается, да? Ну, давайте начнем с этого. Так, Лазуля. Ну, начнем, конечно же, со стороны Фреи. О, ничего себе. Неплох, неплох. Хорош, хорош. Смотрите, посливал моих. Это интересно. Ой, Фрейка хороша. Ну, может он, хоть он сольет. Я надеюсь. Смотрите, остался один огник. Плюс Фрея. А меня еще и заблочили. Офигеть. Ну, вот так вот, ребят. Ну хоть кто-то смог слить. Мы даже тут ничего не сделаем. Интересно. Вот видите, как бывает. Надо было все-таки начинать со стороны... Охника. Тотем Ары, конечно, спас. Попал как раз вовремя. Ну, в принципе, это не беда, все равно я набью. Свыше 6000. Так. Это мы и тестим, в принципе. Так, 87. Ну, в принципе, смотрите. У меня одна попытка, я практически набил. Так же, как и топ у меня. Так, 524. Следующий. Так, опять та же самая раста. Видите, я зашел немножко не с той стороны. Заходим опять отсюда. Ой, а там Атлантик. Ну, как-то странно. Вообще налегке. Да, надо было начинать все-таки с Овника. Такс. Что у нас получилось? 6320. Даже со сливом получилось практически так же, как и на китайке. Но тут, конечно же, на 50 тысяч силы больше. А вот как-то так. А ну что тут по этим? Да, тут Аня вот есть один набил. Практически 6. Так, хорошо. Интересно. Поехали на китайку обратно. Так, что тут у нас интересного? Все спят, походу. Ладно, отправим свою топовую пачку. Так, раз. Два. Попробуем такой вариант без ворожея. Так, второй вариант у нас будет Рино. Рон, Букинмен, это чисто такая пачка, так, дерево, а я там Фрейку не поставил, ну ладно, это первый все равно тур, в принципе не страшно. Интересно, хоть какая дивизия у нас.
В принципе, это более-менее красные, неактивные, фиолетовые, зеленые самые активные. Интересно будет на это посмотреть. Пока я не поставил свою фрею. Она бы мне сейчас тут не помешала. В общем, вот так вот, ребят. Такая вот битва гильдии, атака фортов. Я уже буду дальше играть. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.